Брось оружие! Ты первый! Бросай! Я знаю, ты человек. Откуда? Будь ты одной из них, то уже застрелила бы меня. В 1:07 ночи мы получили кадры неопознанного объекта, пролетающего мимо Марса. Затем он находился на орбите нашей планеты, а теперь завис над Землей. Мы назвали их иные. Что им нужно? Земля. Поэтому они здесь. Им нужна наша планета. Сначала они лишили нас электроэнергии и погрузили мир во тьму и хаос. Потом захватили наши города, разрушив их до основания. Затем они отобрали наши жизни с помощью неизлечимого вируса. Хуже всего то, что иные уже были среди нас. Они безжалостно уничтожали тех, кто пережил первые волны. Иные готовятся к 5-й волне. Они способны вселяться в людей и контролировать наши действия. Пришельцы выглядят так же, как мы. Что нам делать? Защищать друг друга. Мы никому не можем доверять. Как сражаться с иными, если их не отличить от людей? Да, вы не готовы к концу света. Я должна вернуть брата. Я помогу тебе. Ты ничего о нем не знаешь. Иные забрали Сэма, и я вытащу его. Мы отражаем атаки на последние поселения людей. Если не остановить 5-ю волну, человечество будет уничтожено. Иные считают, что наша надежда — это наша слабость, но они ошибаются. Это наш дом. И мы его не отдадим.